вижу освещение, что нахреново, я вижу. Там. Что-то ходит. Ну что, сгрыть камеру. Зачем? Ты подписчиков хочешь поздравить? Поздороваться. Здравствуйте, товарищи. Мы снова в городе Владимир. Как-то не прискорбно, может быть, не печально, но мы снова здесь. Извините, конечно, за наш внешний вид. Мой напарник не хочет показывать свое лицо, потому что он стесняется, а я просто-напросто сваркой с аргоном сжег себе пол лица, поэтому все нормально. В общем, мы снова здесь и снова по делу. К сожалению, пока по этому проекту, который мы тут делаем, мы ничего не можем сказать конкретно. Мы можем показать фото, как это говорится. К тому времени, как видео выйдет, возможно, что-то сможем. Это было, конечно, интересно, но на протяжении недели работать по 12 часов, по 13 часов, по 14 часов в день, это как бы вверх наших сил. Но с другой стороны, есть и позитивный момент. Мы видели Москву, видели несколько серьезных таких контор довольно-таки, которые занимаются. Чем они занимаются? А, кстати, это ЦНИИ или НИИ? ЦНИИ. Класс, да? ЦНИИ? Класс – это НПП. НПП. Ну, делали мы, можно, если говорить по-нашему, у нас это звучит как Марк 6, но для них это отдельная модель, опять же, пассивной рамы, которая берет на себя нагрузку этого бронированного щита и распределяет ее правильно по телу человека. Потому что сам бронированный щит, который штатно крепится на плечи человека, плюс еще бронежилет 5 класса, это крайне тяжело. Это очень тяжело. Я сам его подымал, вешал на себя бронежилет. Это ужасно. Я просто не представляю, как штурмовики вообще с таким справляются. Это ужас какой-то. Но в экзоскелете все упрощается, причем очень сильно. Нагрузка переносится на ноги, с ног на землю. Единственное, что немножко трудно, это ходить бегом не получится, бежать, конечно, очень быстро, но довольно-таки шагом и даже быстрым передвигаться можно. Ну и плюс к тому, что ЦНИИ взяло бесплатно на выставку представить нашу разработку Mark 5. Мы ее должны переделать под бронежилет от НПП. Вот. Ну, в итоге от Mark 5, конечно, как он задумывался с третьей рукой для переноски тяжелого вооружения, вообще ни черта не осталось, потому что они не оценили фишку. Они сказали, что ой, нам нужно другое и так далее. В общем, наши мысли немножко с ними не сошлись. Но, тем не менее, им понравилось вроде как. И они представят бесплатно. Да, я сегодня настроен говорить правду, потому что неважно, смонтирую я это видео, не смонтирую, оно все равно мне для памяти останется. Да, сегодня у нас сдох сварочник. Что вы скажете? Можете что-то сказать? Нет. Ну ладно.
О, видишь, висит. Для левши сделано. Тем не менее, мы пытаемся, делаем и делать будем. И да, уже пришли все запасные части на Mark 4M, который активный экзоскелет для бега и прыжков. Мы будем его доделывать, как только приедем домой, обязательно. И сразу. И тут же, как только сделаем вторую ногу, выйдет второе видео. И тесты, естественно, с полей, как говорится, да? Посмотрим. Посмотрим, как получится. Мы уже очень сильно хотим домой, потому что здесь уже целую неделю. Мой компаньон, сама туча, он очень недоволен, он устал, он хочет домой. Я очень хочу домой, потому что у меня дома кот не кормлен, хотя у меня нет. Не теряйте нас из виду, мы никуда не ушли. И на другую сторону не переметнулись, просто так пока получается. На этом я с вами не прощаюсь, потому что мы еще с ЖД вокзала вам заснимем видео. Возможно, из Москвы, а возможно и отсюда. Он зевает, ему надоело, потому что ему скучно.